Всем привет, ребят! Сегодня снова влог. И почему-то кажется, как будто у меня эта сторона полностью гладкая, только это завита. Не суть. Сегодня у нас 1 октября, суббота, время 10:30. И сейчас я пойду на встречу Кате. Мы вместе поедем в школу. В школе мы проучимся всего 2 урока, это английский и история. И пойдем с классом в филармонию, после чего пойдем домой. Так что всем, кому интересно, оставайтесь со мной. На улице сегодня погода просто ужасная. Идет дождь, сыро, мокро, грязно, холодно. В общем, ужас. Я сейчас уже на улице. И я просто очень рада, что я сегодня проспала и не успела накрасить ресницы. Потому что идет хоть маленький, но дождь. И он начинает все с каждой минуты, он идет больше и больше, начинает идти. И я не знаю, что еще будет у меня с прической. Она, наверное, распушится до неимоверных каких-то размеров. А еще вот это очень ужасно, потому что очень неудобно снимать. Телефон мокнет, все сырое, руки мерзнут. Да, помню времена, когда я шла по этой же дороге, тоже к Кате. И была в шортах, майке и снимала вам на полную вытянутую руку, ни на что не жаловалась. Сейчас я пойду по этой же дороге, я тепло одета, идет дождь, сыро, грязно, холодно. Я иду не на полную вытянутую руку, потому что у меня как бы рука мерзнет, я не могу вытянуть руку полностью. Это около часа ожидания. Мы сели 22-й. Очень редко ходят почему-то по выходным автобусы. И немножечко, наверное, опоздаем. Но, тем не менее, мы уже едем, и это хотя бы хорошо. А еще мне просто так спрятать волосы, потому что иначе они просто выпрямятся, что я не очень хочу. И здесь даже еще раз закрыта раздевалка, и почти нету людей, только вот там учитель какой-то идет, и все. Вот, и я очень рада, потому что мы волосы как были дома, такими и остались. Кстати, Алена, я знаю, что ты смотришь мои влоги, и мы по тебе все очень скучаем, так что поскорее приезжай из своей Башкирии. Башка. А, кстати, я надеюсь, что ты не сегодня приезжаешь, а то послание немножко запоздалое будет. Но ты знаешь, что мы все скучаем, особенно я, потому что я к тебе очень сильно привязана. Вот. И как бы хоть мы даже часто ссоримся, это, кстати, ссоры — это тупые пустяки, к тому же дружбы без ссор не бывает, наверное. Катя не может дозвониться до мамы. Пополни счет. Через 2 урока. По истории я вообще все фигово написала, по английскому очень нормально. Вот. И сейчас мы уже пойдем в филармонию. И тут сейчас просто дурацкая движуха, суматоха, и еще пока ничего не началось. Я. Это нормально? Вот. Мне так мужчина там посмотрел. У меня каждодневные влоги теперь. Долина дура. Вот. Я все представление буду переписываться с мамой, потому что, ну, мне как бы скучно. Настя! Катя! Нет, ничего.
дорогие друзья. Сегодня у нас с вами праздничный день. Ну, во-первых, мы поздравляем вас всем с началом нового концертного сезона. А это значит, что в течение нескольких месяцев, вплоть до мая, мы будем с вами чаще. Второй праздник на сегодня. Мы поздравляем всех тех, кто привел маленьких детей, очень маленьких, на концерт, бабушек и дедушек, потому что сегодня... Что Катя делает на всех подобных мероприятиях? И пишет ее, как и в традициях. Все сидят в телефоне. Совершенно забыть. Можно сказать, что... Все, у нас уже закончилось все. И сейчас мы с Катей пойдем в Аврору, потом пойдем домой. Мы зашли быстро очень в Аврору, потому что мы опаздываем. И пили сухарики. Вот, сейчас нужно где-то полпути пройти очень быстрым шагом, потом мы пойдем медленно и прогулочно. Я уже в троллейбусе. Я кушаю сухарики. Я уже дома, и камера запотела. Так лучше. Я сейчас стою вот у открытого окна, потому что я очень устала, и мне очень жарко. Вот. И я сейчас буду где-то минут 5 постою так у окошечка. Кстати, Степа, вот эта собака не изволила меня встречать, и просто у подъезда сел на лесенке и сидел, и не хотел идти ко мне навстречу. Я пришла, и папа... Как бы мы должны были еще вместе идти в магазин с моим папой и со Степой. Он просто меня вот уперся и тащил меня домой. Ладно, зашли мы домой. Вот, так что сейчас буду вот так вот окошечко классно стоять. Выложу несколько фоточек вам в Инстаграм. А затем пойду кушать и монтировать этот влог. Так что всем пока-пока и до завтра.